Доброго времени суток, уважаемые зрители и гости нашего канала Good Time Channel. Меня зовут Данил. И сегодня я вам хочу показать мод на всем известную игру GTA Vice City для iOS устройств, который добавляет Extreme Park. Вход в Extreme Park вы можете найти около больницы на Ocean Street. Сам Extreme Park находится над землей, поэтому сейчас придется подняться наверх. В Extreme Park много разных трамплинов и туннелей, и спиралей, так что там будет очень интересно и вы не заскучаете. В Extreme Park лучше ехать на мотоцикле, а не на автомобиле, так как автомобиль там с легкостью перевернется. В Extreme Park можно заработать очень много денег благодаря разным трюкам и прыжкам. Вот мы и приехали в наш долгожданный Extreme Park. Здесь можно поиграть, если вам скучно. Так что вы не заскучаете здесь. Также плюсом к этому моду является то, что здесь есть мост на другую территорию, если, к примеру, у вас не пройдена игра, не открыта другая территория. Ссылку на скачивание мода вы можете найти в описании. А с вами был Good Time Channel. Ставьте лайк. Всем пока.